любовь и отношения. То, без чего сложно ощущать себя абсолютно счастливым. То, к чему стремятся люди многие века. Никто из нас не мечтал об отношениях, которые манят и страшат. Никто не хотел испытывать от партнера унижение и боль. Никто не желал чувствовать себя подавленным и никчемным человеком. Почему же вышло так, что одни в паре обесценивают своими действиями партнера, получив характеристику абьюзер, а другой смирился с ролью жертвы? Посмотри, кто смотрит на тебя из зеркала. Неважно, кем ты была и какое решение приняла в прошлом, важно то, что существует простое правило. Счастливым может быть каждый. Зайти вновь в порочный круг или расправить крылья? Выбор за тобой.